А в Национальной библиотеке наградили отличившихся работников отрасли связи. Сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современный информационный бум – результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. В числе награжденных сотрудники Ростелекома, компании сотовой связи, радиочастотного центра. Отметили сегодня и Национальное телевидение. Марии и Андрей Шоклевы были награждены благодарностью министра информационной политики и массовых коммуникаций и почетной грамотой Мининформполитики. Они вместе создают детские программы «Бухты-барахта», «Килбупсер», игровое шоу «Наобум». Работать с семейным дуэтом порой сложно, признается Мария, но всегда можно рассчитывать не только на себя и быть уверенной в качестве работы. Нас вместе однажды уже награждали госмолодежной премией за создание движения «Куча мала», которое, кстати, сейчас продвигается. И детские программы, которые мы вместе с мужем, дорогим моим, стали делать 10 лет назад. Немножко меняется название, но детки также работают в кадре. Также мы радуем маленьких телезрителей, их родителей. И, надеюсь, будем продолжать радовать многие годы еще.